Проверить здоровье и проконсультироваться со специалистом, написать диктант или сходить на концерт. Впереди выходные. Расскажем, как провести их с пользой. В Бендерах на выходных можно бесплатно попасть на прием к врачу. В городской больнице день открытых дверей, обращает внимание Минздрав. Записываться не надо, посетителей примут в порядке живой очереди. В субботу с 8:00 до 12:00 принимают узкие специалисты консультативной поликлиники при горбольнице. В воскресенье с 8:00 до 15:00 можно пройти осмотр у врача-терапевта на базе приемного отделения. Дни открытых дверей включены в республиканский план мероприятий «Годы здравоохранения». Цель мероприятия – выявление заболеваний на ранних стадиях, формирование у граждан приверженности к здоровому образу жизни, профилактики вредных привычек. Для тех, кто любит писать, акция «Тотальный диктант» уже в эту субботу. Хорошая возможность проверить свою грамотность. Вместе с Республикой России и миром пишем диктант. В республике организуют 6 площадок, одна из которых в Бендерах. В Бендерах проверить себя на знания великого и могучего можно будет в выставочном павильоне Бендерской крепости 9 апреля в 14:00. Попробовать свои силы может каждый желающий. По субботам продолжает свою работу творческая мастерская Приднестровского государственного художественного музея. На занятия приглашают юных посетителей, а в выставочных залах экспонируется выставка «Камертон искусства», посвященная 50-летнему юбилею музея. Она открыта для посещения ежедневно, кроме понедельника. В субботу, 9 апреля, с отчетным концертом на сцене ДК Ткаченко выступит коллектив современного танца «Экшен». Он отмечает 13-летие. Каждое выступление – это яркое шоу. Те, кто хочет зарядиться драйвом, позитивом и неповторимой экспрессией, ждут в 16 часов.